Боєць Збройних сил України показав зсередини квартиру у Бахмуті, обстріляну росіянами. Автор відео припустив, що власник житла був прихильником Росії, адже у його квартирі серед іншого було знайдено кепку із гербом Російської Федерації. Дверь відкрита здесь. Прильот був такий. Дверь вилетіла туди. То есть уничтожено, в принципе, все. Пожар был, походу. Тут целая дверь, не знаю, может, замки оттуда выходил. Кто-то, наверное, как сорвался и отвалил. Но символичность в чем? Вот тут я зашел, валяются кепки. Я нашел одну кепку. Она, в принципе, Adidas написана. Но есть нюансики. Россия. Вот. Друг мой, живущий вот в этой квартире, где ты сейчас? Как увидеть твои ясные глаза? Как прочитать в них радость от происходящего? Ты кайфуешь? Очень жаль, что я не могу с тобой познакомиться.